Поэтическая тетрадь в 9 часов 15 минут. Радио «Малышам», фигуры, художник детства. Передача из Ленинграда в 10 часов 10 минут. Школьникам пригласительный билет, концерт по письмам и радиоочерк. Твои электронные помощники в 10 часов 25 минут. Концерт из произведений Петрова. Передача из Ленинграда в 11 часов 15 минут. 15-й сеанс термической обработки. На сегодня хватит. Поставили ноги на ширину плеч. Начинаем утреннюю гимнастику. Раз, два. Раз, два. Ой, какое счастье, что мы теперь от всех далеко-далеко. Люся! Люся! Люсенька! Люся! Ну ты молодец, прыгал как мастер спорта. Ну а ты что? Когда он дома, у него радикулит. А когда она на дороге, так он здоровый. Козел. Ромка, дурачок, нас же нарочно хотят разделить, как ты этого не понимаешь? Но тогда ведь это глупо. Нас ведь разделить нельзя. Третий раз отвечаю тебе. Учусь плохо. Мне ставят тройки из жалости. Директриса нам читала мораль. Вам и не снилось горе. И буравила меня глазами. Танечка говорит, что жизнь больше любви. А глаза у самой тоскливой, как у больной собаки. Мне снилось, что между Москвой и Ленинградом лопнула кора земли. Берега к берегу сотни лет.
моя. Все новенькие, как любите. Моя слабость. А кто их не любит? Деньги. Ты же знаешь, я человек не меркантильный. Сколько лет знакомы, подружка моя. На что, в постели лежали, не видела. Я на 10 лет моложе, а вот все болею, ноги как у слона. Я тебе с молоду говорила. Не жри много.